Приветствую всех, друзья, снова у меня на канале, меня зовут Игроматор, и мы продолжаем с вами смотреть различные модификации на Battlefield 2. Так уж сложилось, что последние игры серии Battlefield про современную войну очень повлияли на моддинг Battlefield 2. Во многом, конечно же, нужно благодарить DICE, ведь они в свое время предоставили отличные инструментарии для создания модов. Сегодня многие моддеры стараются передать атмосферу современных шутеров в рамках старого Battlefield 2. Несмотря на древность движка, моддинг Battlefield 2 будет развиваться и развиваться. И этому нет предела. Сегодня у нас на обзоре очередной мод, автор которого также вдохновлялся современными Battlefield'ами. Талантливый моддер из Испании создал свой вариант современной войны на базе игры 15-летней давности. Что из себя представляет этот мод, мы посмотрим сегодня в этом обзоре. И как мы видим с вами, друзья, что в моде представлено огромнейшее количество различных карт. И в основном это карты из стандартного Battlefield. К сожалению, не на всех картах автор мода реализовал свои фишки в плане оружия и тому подобное. Но мы, наверное, с вами выберем классику жанра. Хотелось бы, конечно, выбрать Strike at Carcant, но, если честно, я уже во многих модификациях на этой карте играл, поэтому давайте что-нибудь другое выберем, посмотрим, как в это играется. Ну, например, Шархи Панисула, да? Вроде правильно я произнес эту карту. Посмотрим, как играется в этот мод. Немного о моде расскажу в процессе геймплея. В принципе, ну, что тут поменялось? В основном поменялось это механика стрельбы, оружие, анимации, солдаты, звуки, эффекты, ну и все по классике жанра, как обычно все делается в таких модификациях. Ну что ж, давайте загрузимся и посмотрим. Для того, чтобы придать атмосферу современного шутера, я опять использую пресет Reshade. Как его устанавливать, я рассказывал в одном из своих видео. Ссылка где-то будет здесь в описании, ну а также подсказка сверху экрана, вот прямо сейчас. Ну и начнем мы с вами, пожалуй, с обзора американской армии. Посмотрим, что тут за оружие приготовил у нас разработчик данного мода. Как мы видим, можно здесь это все дело менять, кастомизировать. Много различного оружия. Ну, правда, вот на этой карте у пулеметчика только один пулемет, в котором меняются различные прицелы, приспособления и тому подобное. Но пулемет почему-то здесь один. Я не знаю почему. Давайте возьмем какой-нибудь кит. Ну, допустим, какой-нибудь штурмовика, да. Посмотрим, что это за оружие у нас. Ну, сразу же видно, с современных Battlefield'ов все это взято. Какие-то анимации, я не знаю. Сейчас посмотрим мы с вами. Ну, давайте, наверное, АЕ возьмем, да, вроде бы он так называется. Появимся где-нибудь здесь и отправимся, так сказать, в бой, в самую гучу событий. Сразу видно у нас такая вот атмосфера, да, такая современного Battlefield'а. Озвучка у нас испанская, ну, так как разработчик сам из Испании, поэтому он и озвучку вставил свою. Правда, не поменял он флаги, американский флаг. Ну, видимо, тут как не американцы, а именно как НАТО, наверное, да, я не знаю. Возможно, он это имел в виду. Куда бот поехал, я не знаю, куда бот едет. Надо бота выгнать, поедем сюда. Так, а куда там ехать? У нас ботов куча стоит, 32 на 32, будет сейчас эпик... Эпик война будет, да, эпик фейл хотел сказать, но почему-то не эпик фейл, а эпик война будет. Уже вертолеты летают. Давай, садись, боты садятся к нам. О, нас уже обстреливают. Опа. Опа, 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 опа. Вертолет обстреливает. Не, не получилось мне его убить. Да, надо что-нибудь получше. О, гранатомет. Не попал, да? Так, есть у нас что-нибудь получше? Нет, наверное, нет смысла стрелять с этого гранатомета. Давайте бежим вперед. Тут где-то дырка была. Где? Подожди, вот она, вот дырка. Так, карта. А, мы ж обороняемся, мы ж американцы, да? То есть они у нас штурмуют, наоборот. Я уже хотел штурмовать точку. Так, давайте вступим в отряд. 4 бота, пускай с нами боты бегают. Будем командором. Так, что-то там говорят по-испански, да? Типа, штурмуйте, да? О, у нас точку одну захватывает. Надо ее оборонять. Так. Сразу же видим интерфейс из Battlefield 3, да, такой синеватый. Ну, как всегда, все это так прикольно сделано, все это интересно работает. Опа, 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 опа. Где мой? Сваливаем. Ботов я поставил легких, насколько я помню. Ну, для того, чтобы меня там не часто убивали.
Для того, чтобы по максимуму показать все это дело. Поменяли тоже эффекты, да, то есть все такое прикольно выглядит. Интересный мод. По-моему, если не ошибаюсь, тут даже прокачка бойца идет. Получаешь звание и тому подобное. Где он? Блин, гад, он меня давит. Давайте возьмем этот автомат, это гранаты. Гранаты мы закидаем. Гранаты. Так, а что у меня? У меня одна базука, да? Ну тут, конечно, не знаю, почему разработчик сделал одну базуку и гранату. Дал бы хотя бы нож базутчику. Как обороняться в ближнем бою, я не знаю. Так, у нас тут приказ. Так, перезарядить надо. Трубу эту, да? Что он там говорит непонятное? Что-то там приказывают, куда приказывают. Вот как мне гасить их чуваков? Просто тупо вот так вот с базуки. И вот меня тоже так же завалили. Так, давайте возьмем что-нибудь другое. Возьмем какой-нибудь другой автомат. Ну, давайте обычный М4, да, посмотрим, как, что это за автомат. Он автоматически, отлично, автоматически. Не люблю тремя патрончиками этими стрелять. Так, нашу точку захватывает. Командир предлагает. Куда он предлагает? Туда бежать, что ли? А, он туда предлагает бежать. Так, наш вертолет, наш вертолет. Куда бежать? Так. Так, есть, готов. Опа, опа, опа. Так, мне повезло. О, я рядовой первого класса, да? Или как там? Звук, да, с Battlefield 3. Так, бежим, бежим, бежим. А что он предлагает нам на точку главную идти? Что за фигня? Не, не пойдем, что-то я вообще не посмотрел. Ладно, идем дальше. Что-то меня куда-то закинуло, непонятно. Где мои все боты? Где они вообще? Они должны со мной бегать. Так, пулемет. Так, умеешь что-нибудь? Не долетет. Недолет. Так. Бежим, бежим, бежим. Где точка? Опа, опа, опа. Блин, а как мы теперь его загасить? Где мои все боты? Ты уехали. Так, вот точка здесь. Будем здесь сидеть. Так. Броняем точку. Взрывы какие-то. Давайте возьмем пулеметчика. Пулеметчик, я думаю, будет интереснее. К сожалению, игра у меня иногда крашится. Ну, это вы, наверное, заметили, что последнее событие, которое произошло со мной, резко переключилось на это. Сразу же говорю, иногда мод вылетает у меня почему-то. Я не знаю, из-за чего. Или это из-за решейда, или из-за самого мода. Ну, к сожалению, как-то так. Поэтому я вот опять начал заново эту карту побегать, немножко для вас показать вообще, как это играется. Кстати, вот пулеметчика я не зря выбрал. Сейчас мы с вами замутим очень крутую фишку. Покажу вам здесь реализованный миномет. По-моему, миномет появился впервые в Battlefield 3, именно у суппорта. Здесь также он реализован. Правда, я из него не особо умею стрелять. Но мы с вами сейчас прямо и попробуем замутить что-нибудь интересное. Так, у меня стамина пропала. Надо немножко отдохнуть. Так, а здесь залезу, не залезу. Здесь тут можно залазить, да? Давайте залезем. Кстати, дым, да, от танка прикольно, новый. Интересно. Так, где там солдафоны? Откуда они идут? Я не вижу никого. Где тут кто? Надо так занять такую позицию, чтобы был обзор хороший. Где-то там они точку захватывают. Где они там воюют? Здесь где-нибудь миномет поставить или где? Так. Откуда они идут? А, вон машины, да? Давайте здесь миномет поставим. Попробуем туда жахнуть. Так, ну это никуда не падает, отлично. Физика Battlefield'а. Самая лучшая физика. Так, вот далеко, по-моему, да? О, отлично. Можно будет здесь обстреливать их, да? То есть такая фишка тут реализована в моде, да? Можно обстреливать миномета. А, можно крутиться, отлично. Вертолеты летают. Я думал, только у него один угол обзора, да? Значит, можно в разные стороны стрелять. О, отлично. Я кого-то взорвал, по-моему, да? Не, не взорвал. Недолет, походу. Так, так. В кран мы с вами жахнули. Там он бегает, они. Давай туда жахнем. Так, опять недолет. Давай еще. О, танк, 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 быстрей! В танк.
Так, недолет, походу, или перелет? Не вижу ничего. Вроде бы как-то можно прицеливаться, я не знаю, может, я не разобрался. Так, ну кто знает, вы пишите в комментариях. Может, тут можно реально. О, смотрите, ракета прилетает. Откуда ракета? Давайте туда жахнем. С миномета немножко постреляем. Вот очень интересно, миномет реализован, по-моему, в АХ. О, почти, смотрите. Классно. С миномета постреляем. Ну-ну-ну. Почти. Почти. Кстати, насчет мультиплеера я ничего сказать не могу. Возможно, и можно играть. У автора мода есть собственная группа ВКонтакте, YouTube канал и тому подобное. Все ссылочки я оставлю в описании под этим видео. Так что заходите, спрашивайте. Ну, автор иногда даже отвечает. Ну, по-моему, не иногда, а всегда отвечает. Поэтому, я думаю, обратный отзыв он получает. Так. Продвигаемся вперед. Где тут кто? Где они воюют? На какой точке? Не буду в отряд вступать уже, как в прошлый раз. Там командир постоянно спамит этими приказами. Так, минус, да? Давай вперед. Еще один. Нет, это наш. Наш чувачок. Где тут точка? Вот она. Техника тоже взорвана остается, да? То есть такое вот все реализовано. Наши солдафоны тут все оккупировали. Так. Так, а миномет я... Блин, а миномет, наверное, можно было забрать. А что его не забрал? Медицина. Так. Блин, сейчас... Оба, взорвали его. Круто. Что тут непонятное происходит? Взрывы какие-то происходят. Что происходит? Так, куда бежать-то? Солдафоны бегают, да, американские. Так, давай вперед бежим. Ну давай какой-нибудь кит другой возьмем. Не, не могу взять. Я хочу что-нибудь другое взять, показать вам. Наши солдаты. Ну тоже пулеметчики бегают. Пулеметчики. О, давайте какой-нибудь жахнем. О, как раз. Хорош. Хорош. О, кит какой-то. Опять? Граната. Еще кого-то убил. По-моему, не оттуда идут. Не даем проехать русским. Так, у меня патроны кончились, надо перезарядиться. Ну, очень качественные анимации. Все, конечно, круто сделано. Ну, многие анимации мы с вами видели уже в других модах. Поэтому здесь это все понятно объясняется. Ну, это мод видения автора современного Battlefield, как я говорил ранее, да? То есть... Так, где базутчик? А что, у меня нету, что ли? Там где-то были боеприпасы. Давай обратно бежим. О, пулеметчик. Боеприпасы нужны. Дома. Так, а где кит? Вот он. Это не тот кит. Так, давайте. Где они там? Какие-то ачивки дают, бонусы, награды и все остальное. Что происходит? Надо отходить. Смотрите, боты тоже качаются, у них тоже звание есть. Короче, непонятная какая-то движуха. Что происходит вообще? Куда бежать? Что делать? Давайте возьмем этого чувака. Что у него? Ну тоже, блин, одни пулеметчики. Вы что, смеетесь? Я хочу другой кит. А у него, по-моему, есть миномет, да? Да, миномет. Давайте поставим. Откуда они там лезут? О, давай сюда, ставим миномет. Как раз. Сейчас жахнем. Так, надо еще выше. Нет, ну что, он вообще далеко. Надо вот так вот, что ли? О. Нет? По-моему, нет. Нельзя миномет забрать, оказывается. Ну ладно, давайте с пулемета их гасить. Машины взрываются. Эффект взрыва машин тоже, мне кажется, переделали. Да, тут фиг попадешь отсюда. Я хочу другой кит. Давайте машину угоним. Что тут происходит непонятное? Идем вперед. Так, меня сейчас загасит, по-моему, да? Давайте, по-моему, гранатой взорвать их. Где ножи? Я хочу нож. Ножа нет. Почему ножей нет? Ну, видите, у каждого автора по-своему все сделано. Блин, одни водники были. По-моему, можно сюда... Блин, кого-то убил.
Так, что тут произошло? Ну-ка, давай, кит. Там меня не видят. Опять базучики. Что ты будешь делать? Какие одни базучики? Это наш, не наш? Вот как мне его убить? Вот как... На тебе гранату. На тебе. Он умер? Да, он умер. Так, я хочу другой. Давайте мы суицид сделаем, потому что что-то я не могу ничего найти интересного из оружия подобрать. Возьмем опять штурмовика. Давайте П-90 возьмем. Посмотрим, что за П-90. У нас тут прям появимся. Побегаем с П-90. Посмотрим, что он себя представляет. Пистолетов нет. Есть только два вида оружия, да? Нету запасного оружия. Но опять-таки на разных картах по-разному. Именно вот на этой карте так реализовано, на той так. Так, а где кто? Опять туда бежать? Русские. Русские там, надо туда бежать. Возьмем П-90. Так, это наши все. Вон он. Граната! Так. Куда бежать? Сюда? Сюда бежать? Чувак с патронами бежит к нашему боту. Так, это не наш. Хорош. Перезарядимся. Где точка? Бежим на точку. Так. Где кто? Водники. Что они там кричат? Захватим точку или что? Так, 50 метров. Точка белая. Давай сюда. Мы захватим точку, да, может, побегаем немного за русских. Посмотрим, что у них там. Ну, круто, взрывы, конечно, интересные сделаны. Хорош. Так, что тут? Где все? Где все бойцы? Нужна поддержка. Боты, такое ощущение, как будто не воюют, а чисто какая-то у них своя движуха здесь. Ну да, нам было немножко мне ботов получше поставить, потому что они вообще мне ничего не будут делать. Ну ладно. Моя задача, как обычно, показать мод вам. Тихо. Где? У меня паника. Что-то я сделал, взорвал, не взорвал. А, гранатами. Блин, ну дайте мне нож. Почему ножа нет? Разработчик, добавь нож. Что тут происходит? Ножи нужны. Ножи 100% нужны бойцам. Это, блин, ближний бой. Без ножей никогда нельзя воевать. Нож десантник — это самое лучшее, что у него есть. О, я еще звание получил, офигеть. Так, это не наши. Блин, у меня патрон. Не успел перезарядиться. Так, давайте спецназ. Посмотрим, что у спецназа. СВД, классика жанра, да? Ну, давайте СВД возьмем. Первое оружие, которое у нас попадается на глаза. Появимся где-нибудь здесь. Так, американцы вон. Прицел достаточно симпатичный. Все интересно сделано. О, у снайпера миномет, офигеть. А, ну да, это ж суппорт типа, да? Суппорт-снайпер. Вон они. Да что ж ты будешь делать? Так, такая вот у нас анимация. Интересно. Ну, мы уже видели эту анимацию вроде бы как. Так, бежим вперед. А, белая точка. Давай точку надо отбить. Мы все здесь с вами сидим. Блин, с дробаша меня что ли бил? Так, давай другое что-нибудь возьмем. Так, кит. Суппорт. Ассалт давай возьмем. Ну, давайте АУК возьмем. Посмотрим, что за АУК. Отсюда будем штурмовать. Танк. Пойдем в танк сядем. Устроим эпик суицид, да? Ну, танки, видите, ничем не поменяли. Стандартная техника. Многие мне пишут, что почему я технику не обозреваю. Ну, в этом моде именно как бы... Техника тут особо не имеет значения, потому что она вся стандартная. Это наш вертолет. Че, в наш вертолет стреляешь? Что за... Что я творю вообще? Так, где он? Так, у нас пулемет есть? Так, садись, чувак. Садись. Хочешь садись? Не, не хочешь? Как мне проехать теперь здесь? Техника остается. Как отсюда выехать? Мне надо срочно ремонт. Все, наездились мы на танке, сваливаем. Танк у нас как такси. Доехали, так. Так, надо аптечки. Троечка, четверочка, аптечка. Полечимся. Так, это наши здесь. Движуха непонятно идет. Блин, что тут происходит вообще? Я не знаю, ребята, куда бежать? Что делать? Опять шальная пуля какая-то.
Так. Ну, ботов, потому что очень много. 33 на 31, да, в нашей команде вообще больше ботов. Давайте Саук еще побегаем, я с ним не побегал. Надо где-нибудь засесть. С каким-нибудь минометом. А миномета у этого кита нет. Не, нету. Так. Немного побегаем, может запустим сейчас другую карту, посмотрим, что там интересного. Мы уже проигрываем, да, у нас тикеты кончаются. Где все? Вон они все бегают далеко. Надо было прицел хоть какой-то поставить. О, убил, офигеть. Ну, это шальная пуля была. Так, бежим, бежим вперед. Так. О, солдафон. А, наверное, сдох. Все, наверное, не успею его. Не, не успею. Принимаем бой. Перезарядка. Не успел. Так, давайте что-нибудь другое возьмем. Кит. Снайпера давайте поюзаем. Ну, давайте этого с глушителем. Посмотрим, что-то интересного. Где появиться? Давай здесь появимся. На этой точке. Побежим куда-нибудь сюда. Засядем сейчас на какой-нибудь горе. Попробуем поснайперить, если получится. Или может сейчас на здание какое залезу. Поснайперю. Блин, только решил на снайпере. Тут машинка выезжает. Они поехали на точку. Да, фиг попадешь. Давайте перезарядим сразу. Ну, 8 патронов сразу же потеряем, ну и ладно. А, кстати, не потерял, да? 5 обоим вроде бы так и осталось. Так. Куда тут залезть можно? Давайте попробуем залезть на кран. Может, получится у меня? Если не получится, значит, играем дальше. Если меня убьют, идем на другую карту. Блин, тут куча их. Попробуем пройти. Не, ну, конечно, это не пойдет, что нет пистолетов. Но, видимо, еще вот эти киты в разработке. Я еще... О, блин, гранаты, нифига себе, блин. Блин, гранатами закид... Гады. Ну, вот чем мне обороняться, я не знаю. Ну, должен быть хотя бы нож какой. Вот это не очень удобно. Как вот мне гранатами воевать с ними? Вот и куча там. Не, нет вариантов мне вообще добежать. Так, ребят, давайте посмотрим другую карту, загрузимся, посмотрим что-нибудь другое. Давайте классику жанра опять включим. Strike at Karkand, на самом деле очень прикольная карта. Не знаю, надоела вам или нет, но мне она не очень надоела, поэтому давайте вот во второй половине видео, если, конечно, кто-то досмотрит до этого момента, во второй половине видео мы с вами и посмотрим геймплей этого мода на данной карте. Ну и давайте здесь переключимся на спецназ, возьмем стандартный АК-47, займем позицию ближе к респу врагов и будем обороняться. Правда, не знаю, сколько у меня будет... Не знаю, сколько я смогу здесь обороняться с одним калашом. Ну, у меня 8 обоим, да? Попробуем здесь пообороняться. Так. Да, прикольный, конечно, эффект сделан. Вон они уже, солдафоны американские, бегают. Ну, это не американцы, это уже испанцы, да, наверное? Я не знаю, у них озвучка испанская, как я уже говорил ранее. Так, где они там едут? Так, наши боты пошли вперед. Может, мне лучше на точке засесть? А то они там будут идти кучей. Возьмем сейчас сначала гранатами, закидаем их. О, танк едет! Да, с танком я ничего не сделаю вообще. Если танк наши боты взорвут... О, взорвали вроде, да? Да, взорвали танк. Круто. Боты молодцы. Давайте держим ворону. Ух ты, ракета прилетела. Так, где там? Пока никого не вижу. О, уезжают. Так, почему мне одиночно стоит? Что за фигня? Автоматически? Так, что там происходит? Что за кипиш? Боты бегают. Что-то война идет. Так, я своего, по-моему, убил, нет? Где все? Так. Вперед. Это что, движуха какая-то, взрывы непонятные. Да, интересная анимация у калаша, мне очень нравится. Я, по-моему, такую анимацию уже не видел. Точнее, еще не видел. Граната! Опа! Да, тихо. Эх ты, как-то они обошли меня с фланга, что ли, я не понял. Как-то непонятно. Так, давайте еще раз калаш.
Мы уже пост потеряли. Обалдеть. Когда не успели, когда? Давай. Надо отыгрывать. Все, отыграли. Куда я стреляю, я не знаю. Ну да, видите, везде реализовано, что нет ни пистолетов. Есть только автомат. По хардкору все так сделано, да? Хотя мод я не назову хардкорным. Так, пулеметы у нас тут. Аптечки, вон они идут. Толпа. Толпа американских солдат. Патронов не хватит. Наверное, сейчас обходить будут с фланга. Давайте с той стороны обойдем, попробуем. Так, у меня сколько? 90 хелсов, отлично. Давай здесь. Я помню, здесь можно было где-то пройти. Так. Так, это наш солдафон. С левого фланга обойдем их. Что, тихо как-то стало? Где все? О! Опа, шальная пуля сквозь прострела. Прострел точнее было, не сквозь прострел. Что я несу вообще? Ребят, я не знаю, что я несу. Какую-то фигню иногда несу. Я сам даже не знаю, почему я ее несу. Так, давайте что-нибудь другое возьмем. Какое-нибудь... что выбрать? Я даже не знаю. Оружие куча всякого. АУК мы бегали. Ну давайте... Не, китайская. Давай вот с этой вот. По-моему, это СКАР у нас, да? А, я уже появился. Ну давай калаш опять. Побегаем опять с калашом. Такая вот эффект движения солдата, да, то есть камера так шатается, тоже прикольно сделано. Так, у нас куча трупов валяется, давайте попробуем поднять, не знаю, я ж медик. Ну, солдафоны тоже, видите, текстуры и модельки солдатов тоже поменялись. Так, идем вперед. Немного побегаем, так... Опа. Так, давай вперед. Опа. Есть. О, убили. Надо было отойти назад. Ну, в принципе, ребята, вы, наверное, уже поняли, что это за мод вообще, как он выглядит, как в это играется. Ссылочки на мод оставлю в описании под видео. Ну и, конечно же, если вам понравилось это видео, оценивайте, подписывайтесь на канал. Заходите на YouTube канал разработчика. Там много интересной информации о моддинге Battlefield 2. Также заходите в группу ВКонтакте. Подписывайтесь в мою группу, в его группу и тому подобное и так далее. В общем, выполняйте обычную ютуберскую рутину, как говорят, да? Все, ребята, всем спасибо за просмотр еще раз. Увидимся на поле боя. Всем пока.